на улице Марии Ростковой, города Энгельса. Вот, нас подрезал автомобиль ВАЗ 2111. Водитель не выполнил неоднократные наши требования на остановку. Преследование продолжалось по территории города. Водитель выезжал на набережную, где у нас находится памятник «Вечный огонь». Там мы по пешеходному переходу проехали, пешеходной дорожке проехали, и уже дальше преследование проходилось. Пришлось нам спуститься на автомашине по ступенькам. Автомобиль был нами загнан во двор здания управления внутренних дел города Энгельса, где водитель бросил автомобиль и побежал в сторону здания мирового суда, где спрятался в зарослях.